Рудник, ты уже толстый или нет? Ай! Ай! О, вот так лучше играйтесь. Рыжий и серый. Марсик. Эх, глазюки какие. И лапищи. Ты, возмутитель спокойствия. Одной правой. Бум, и все. Да, еще ощущается большая разница в размерах. Ну, скоро это дело все сотрется. Ах ты ж! Ух, ты ж больно кусается. Рудика, ну, разберись за меня. О, спиняка какая. Серого не видно под ним. Так. Что тут у нас? Ух, ты ж хитрый серый. Там кое-что важное. Ладно, сейчас пойдем гулять. Друзья, всем привет. Всем привет еще, видите? Делают такие попытки выйти на улицу. Марсик. Марсик. Только помыл дверь. Передумал. Ладно, пойдем пройдемся по свежей улице. Дождь шел, капли еще на листве остались. Вообще погодка изумительная. Изумительная, как говорят. О, свеженький виноград, чистенький, вымытый дождем. Ну, если дождь, конечно, чистый. Люся. Привет, кошка. Сэм только зашел в дом. Ух, коты наелись только что. Я им придумал новое блюдо, если так можно сказать. Беру, варю кашу овсяную. И две части каши, одна часть влажного корма. Феликс у нас, спасибо спонсорам, так скажем. И все это дело мешаю, и они с таким удовольствием чавкают это все. Овсяночка, она сама по себе полезная. Главное не солить, чтоб соли не было. А то котам, ну, животным не рекомендуют соленую пищу. Так, блестящая кошка. И они трескают. А потом ходят круглые. Этот, серенькие уже выскакивают на улицу так. Иногда. Так что с нашей капустой? Все время забываю на нее посмотреть. Я вчера купил капустину. Что это у нас? Как брюссельская. Грубо говоря, несколько кочану выросла. Ну вот такую руку, в руку помещается чуть больше, чем рука. 62 гривны отдал за капустину за одну. Честно говоря, обалдел. Я ее никогда не покупал. С Оксаной этим заведует. А то захотелось борща. Оксана была на работе. Волонтерила. Думаю, да, скуплю-ка я ингредиенты. Я даже не знаю, сколько килограмм стоит. Взвесили, продали. Ну, в моей памяти капуста была одна из дешевых овощей. О, орешек осыпался уже. Придавил холод, и все. Вот они все, листья внизу. Люся скукожилась. Думаю, так нафига я сюда пошла. Люся! Думает, идти или нет. Пошли. Да, запах осени такой
явный. Прямо ж так зашкаливает. Насыпалась новая листвы. О, полиция за кем-то гонится. Класс, шелест листвы. Так, что у нас тут с нашими рыбами? Рыбов нету. У меня с собой кусочек печенечка есть. Ну-ка. Обычно на легкий всплеск воды приплывает красноперка. А сейчас нету слова совсем. Вода прозрачная, видите, вот это дно все. Прозрачная и очень мало стало. Да, собакин мой? Держи тебе печеньку. Хрусткает, как хрустит. Так, дружбана нашего не видать. Лебедя. Я вам скажу, водички чуть-чуть добавилось. Самую малость, ну, оно есть. Ой, собаки с той стороны скулят и гавкают на кого-то. Вот такое у нас хмурое, прохладное утро. Залетела цапля или что-то еще. И сразу же там и приводнилась на той стороне. Здесь тоже вода чистая. Нету лебеденка. Или улетел, или меня не видит. Ух, аж нос замерз. Да, это примерно в такое время меня когда-то приняли в октябрята. Это был, по-моему, или первый, или второй класс, не помню. Наверное, второй класс. 76-й, 77-й год, наверное. Чего вспомнил, вот примерно такая же погода была. Дубарь сумасшедший. Я иду в куртке, куртку расстегнул, чтобы на форме видели вот эту звездочку октябрятскую, представляете? До такой степени вот меня такая гордость распирала, что меня приняли, вот это там так все это было. До сих пор это эти яркие моменты запоминаются и вспоминаются потом на протяжении всей жизни. Люся лыскает водичку, а ей попадается тина. Там он тина в воде. Язык же шершавый. Видите? Люся, что там? Невкусно. Думаю, да ну я тут воду. И кошка моя. Вот такие, я думаю, такие яркие моменты с принятием в ту или иную организацию у всех есть на памяти. В пионеры даже фотографии есть. Да, собакин мой. Сегодня у тебя ирландский хлеб, по-моему, или какой-то. Вот видите, в нем такие включения. Вот это беленькое, это семечки подсолнуха. Так, я себе кусочек отомлю, можно? Ого, ну на, держи. Я такой маленький кусочек съем. Ох, и вкусный. Люся. Кисюня. Блестящая кошка. Ух, и ворона громкая. Только что так каркала. Ой, на улице вообще такая вот настоящая осенняя ляпота. Вон она сидит там в ветках наверху, на тополе, и каркает.
Молодец. Люся. Люся. Что там, вкуснятина? Ну, тут же глазюки какие у нее. Да, за цветочки спрашивайте. Это сосед у нас такой. Дизайнер. Поэтому пусть растут. Прогулялись. Окошки тоже мехом обрастают. И вот существует такое понятие, что вот домашние животные, те, которые живут на улице, они линяют два раза в год. То есть на смену осени, там, лета и так дальше. А те, которые живут в квартире, они линяют постоянно. То есть круглый год. Поэтому у них нет таких временных инстинктов. Ну, собаки линяют два раза в год. Сейчас начнет опять обрастать шерстью на зиму. О, какие у нас петрушечки. Ух, пахнет хорошо как. Ну, что-то я не этот самый, больше укроп я люблю. А петрушку не очень. О, там сейчас как раз борщик в холодильнике остыл. Тот, который вчера варили из кильки. Называется холодный борщ, постный борщ, как только не называется. Сейчас туда-сюда и будем его вкушать. Давай, собакин. Ты моя собака. Ты моя собака. Да, еще одна печенька есть. Держи. Спасибо, пожалуйста. Так, друзья мои, пойдем в дом. Там потеплее немножко, чем на улице. На улице где-то около 6 градусов тепла. Всем, друзья, всего самого хорошего. Всем мира, добра. Всем огромнейшее спасибо. Несмотря ни на что, остаемся на связи. Всем пока.